Смотрите, какой у нас есть мандарин. Грушеобразный. Я бы хотела, чтобы он еще немножко полежал. Дима говорит, что это мандарин, который превратится потом в грушу. Не знаю, первый раз такой мандарин вижу. Обычно вот они, как лимон бывает. Лимоны вчера купила, целый килограмм. Обожаю вот эти вот толстокоры лимоны. Вот, видите? А, ну тут пипка прям. Вот он, толстокоры. Да, похож, кстати. Очень похож, смотрите. Блин, как показать-то? Ай, сейчас убежит. Кто? Кто? Мандарин. А думала ли вы? И мягкий, кстати. Вот он мягкий. Я люблю такие вот мандарины мягкие. Здесь вот мы доставку из Сбермаркета заказывали. Тут уже вот они... На вид там было не особо понятно, какой мандарин. Ну, как-то фото надо побольше. В следующий раз будут... Кстати, мне вчера позвонили из Сбермаркета. И там вот я еще муку заказала у них. Я написала отзыв, то, что не хватает комментариев. Комментарии убрали, то есть, к заказу. Было это очень удобно. И карты не хватает. Мне позвонили, сказали, что все учтут, что еще хотели бы. То есть, позвонили. Это было очень круто, что они позвонили. Вот. И... Что-то я забыла еще. Памперсы купили. Блин, что-то я забыла, что хотела сказать. А, и надо будет, да, кстати, надо будет, да, мне написать в следующий раз то, что... Нужно сделать, чтобы у них было побольше фотографий, потому что вот просто вот так вот, вот эти вот мандарины, ну, блин, там не видно было. Вот не просто мандарины лежали, ощущение, как будто скачали с сайта все мандарины, какие бывают там, и выложили. То есть, ну, фотографии реально, где вот тут, что... а, вот тут светлей, чтобы вот было побольше. То есть, вы чувствуете, есть разница, да? Вот, смотрите, два мандарина, сейчас поверну я. Вот два мандарина, да, разница есть. Тут вот видно, вот он мягкий, у него как... коробочка вот с этой вот стороны, а вот это вот реально он жесткий, он чистится очень тяжело, очень тяжело. Ребенок еле почистил вчера, при том, что ребенок мне не дает чистить, я сам, но с трудом просто, чуть ли не со слезами. То вот тут, ну сейчас как бы лето, да, у нас все, конечно, вот таких мандаринов уже, наверное, нету. Даже кивушки, киви уже пропали, если они есть, то очень дорогие. Что мы с тобой будем сейчас мыть? Ну, да. Ты будешь его чистить, да? Ты маму угостишь? Маме, да. Да, угостишь, конечно, угостишь. Смотрите, какой он крупный. Ну-ка, дай-ка секунду. У него какие тут вот дольки большие, смотрите, обалденные. Мандарин. Чистить. Да. Вот он, видите, у меня малыш чистит сам. Зимочка 4 года уже умеет. Ну, хотя он уже в 3 года, да? Уже умел чистить яички вареные, да? Картошечка, морковка вареная и мандарин. Что-то еще ты, по-моему, научился недавно, не помню. Нет, я просто морковку недавно пил. А, ты чистил. Он так частично ее чистит. Если картошку хорошо с яичком и мандарином, то морковку частично. Ее не особо удобно чистить. Ну, давай, покажи нам, что там внутри. Вот. Ну да, чисти, чисти. Мне интересно, вот эта вот попка, что вообще здесь такое? Попка. Угу. Это просто попка такая, просто. Может, там выпуклость какая-то? Ну да. Сейчас тебе грязь попадет. В глаз попадет? Нет, тебе, маме. Маме? Ну, что там тебе? Просто я откручиваю. Так, почистили. Обычно он абсолютно, смотрите, круглый обычный, с крупными дольками разламывай. А здесь вот, ну, просто пупырышка. Наверное, в лимоне точно так же, мне кажется. Просто чисто пупырышка, но мы никогда этого не замечали. Козулки убери. Да. Ну, положи их тут на край, пусть лежат, все. Вот так оно внутри выглядит. Мне даже интересно стало, я разрезала. Мандарин, кстати, очень сладкий. Очень сладкий. Сочный и сладкий. Сладкий. Угу.